Привет, друзья, с вами Sky, и сегодня мы с вами поиграем в прикольную игрушку, назовем ее Immortal Redneck. Один раз мы уже с вами в нее играли, но с хрени сбросились, и в общем все плохо. Ну да не суть. Ребят, что хотел сказать перед тем, как мы начнем. Завтра в 12 по Москве состоится стрим, в котором мы поиграем в разные инди-игры, просто какие-либо игры. Посмотрим вообще, что вы захотите, может что-нибудь еще поиграем, посмотрим на стриме. Так что приходите, стрим обязательно будет. И давайте же приступим к этой замечательной рогаликоподобной игре. Точнее, с элементами roguelike игр Immortal Redneck. Игра крайне крутая, блин, обучение. Что я не люблю, так это обучение. Тейк. Ну хорошо, я просто пойду дальше. А блин, ограниченное количество у меня боеприпасов. Ох, это было несложно. Наверное. Ой-ой-ой. Все, отлично, я залез. Что, ничего? И тут ничего, поди. А нет, отличная возможность для меня подзаработать. Все, давайте следующую. Так, отлично, стрелять, говорят, учимся тут. Так, а что от меня требуется? Ага, ага. По-моему, неплохо получилось. Я пару раз выстрелил и... И вроде как все нормально. Так, дробовичком вряд ли стоит пользоваться. Потому что, ну, как бы... Он жрет боеприпасы неплохо. Пострелять из... Окей, все, я понял принцип. Я понял принцип. Так, ладно, все, вы давайте мне мою снарягу. О, нет. Давайте, кучкуйтесь как-то. Ну, все, 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 с ними разобрались. Все, взаимодействуем, идем на следующий этаж. Прекрасно, прекрасно, обучение пройдено. И давайте нас в нормальную игру. Мы сможем навыком воспользоваться для быстрой стрельбы. Окей, первый этаж. Все, дайте мне мой любимый пистолет. Ну, это не мой любимый пистолет, но все же. Лучше, чем ничего. Эй-эй-эй-эй. Вы гады. Да чтоб вас, а? Какие они дикие. Так, ладно, подбираем всю хрень, которая выпала. Собираем денежки. Все. С этим справились. Пошел ты нафиг. Да, и ты вали отсюда. Так, ладно. Где там у нас пистолет? Надо его перезарядить. Так, вот там у нас комната следующая. Я еще кого-то не грохнул. И кого же я не грохнул? Ладно, пойдем кверху. Давай, мой мумифицированный. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, никак нехорошо-то получается. Блин, надо было как-то уворачиваться. Так, хорошо, ладно. Будем с ними разбираться как-то. Эй-эй-эй-эй-эй. Я видел там нормальную коробочку с чем-то. С чем? С чем я ее видел? Коробка, ладно, пофигу. Все, полезли, полезли выше. Думаю, нам стоит. Чем выше мы заберемся, тем мы не окажемся в безопасности. Хоть чтобы я не делал. Ох. Да, блин. Хватит мне урон вписывать как следует. Я и без него отлично справляюсь с задачей умереть. Ах, так, сюда. Отлично, я смог его заграбастать в свои лапы. Эх, загребущие. Так, посмотрим. Мы спускаемся потихонечку. Как-то спускаемся. Все, мы можем в следующую комнату валить. И это очень круто. Но я, кажется, сейчас сдохну. Денег я особо не заработал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, по-моему, сделал что-то не то. Да, сильно не то. Ладно. Слышите, гребаный маг-телепортатор. Ой, как они хорошо дохнут. Мне прям нравится с ними разбираться, с этими вот. Так, ладно, следующий. Не стреляй в меня, волчара. Так, ладно.
две быстренько собрать. Это золото местное, за которое мы будем покупать апгрейды после реинкарнации нашей мумии. Не знаю, правильно ли говорить вообще о реинкарнации мумий. Ну да ладно. Так, вбегаем в этот проход. И что мы получаем тут? Отлично. Эй, больно же было. Что ж ты за гад такой? Боеприпас есть какой-никакой. Так. Ой, хорошо. Будем потихонечку спускаться. Зачем нам быстрый спуск в неразведанную обстановку? Нет, я все-таки это сделал все равно. Да сдохни ты, а. Вот, мяско еще выпало. Хорошо, можем жить. Ну, с этим разобрались. Не особо-то и сложный враг. По идее. Хотя, как подумать, смотри, а. Все зависит от того, насколько вы круты в подобных играх. Ай. Что ж ты за гад такой? Свиток. Так, в ящиках оказывается больше боеприпасов. Конечно же, я возьму данный свиток. Мне он просто необходим. Боеприпас для меня это вообще все. Все, что я... Ай. Ох, слушайте, у меня что-то мало хп становится. Они довольно больно бьют. Эти ироды. Ах, так, ладно. Забирайся быстрее сюда. Так, хорошо, я тут относительно в безопасности. Ну как, в безопасности? Вообще, от слова никак я не в безопасности. Я то есть не по нему, да, все это время наваливал урон? Отлично. Стенки, спасибо вам большущие. У меня есть немножко боеприпаса. Посмотрим, что тут. А тут у нас где-то... Где-то лесенка. Отлично, я справился с этим гадом. У меня остается 7 хп. И я абсолютно не знаю, что мне делать. Так, хорошо. Собираем. У нас есть небольшое количество. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не надо, слушай, ты чувак какой-то странненький для меня лично. Ой, ха... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это ты творишь? Эта тварь пулеметом обладает каким-то... Ой, отлично. Так, у нас есть лесенка наверх. В самом центре. Все хорошо, хорошо, я прохожу. Уф, я прохожу дальше. Это очень неплохо, учитывая мой хп. Еще один этаж, блин, сложность повышается. Кажется, скоро будет фейл. Трофеи, конечно, стали покруче, но и жопу я рвать ради них должен покруче. Как мне кажется, ненавижу карту местного разлива, потому что я в ней вообще не ориентируюсь. Так, ладно. А вот, все, дверь сюда пойдет. Ой-ой-ой-ой-ой, как я сделал-то, блин. 41-го завалил всего и прошел-то совсем... Недалеко. Так. Ага. Я могу усилить атаку. Давайте я все вложу в атаку. Почему нет? А, лучше бы... Ну, конечно бы хотелось. А, так. Время неуязвимость. Ну, типа, новый персонаж. Нет, мне он не особо нужен. Ой. Так. Закрыто. Ну и хрен с тобой. Пойду. Пойду дальше. Ну, чистый реднек у нас персонаж, который мумифицирован почему-то. Я не знаю, как он оказался мумифицирован. Ну, в принципе, не очень-то и хотелось бы знать. Так. Ой, ненавижу такие локации огромные. Ох-ох-ох-ох-ох. Вот такая вот... А их двое, к тому же. Вот такие вот твари могут нехило навалять. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как... Да пошли вы, а! Слушайте, бошки, блин, летающие. Я с вами... Еще со времен Дума нехорошо с вами... Ах, ненавижу вас, козлы. Козлодразины. Куда ты в меня прям влетаешь? Эй, я с тобой так не договаривался вообще. Ни о чем я с тобой не договаривался. Так, посидим здесь, перезарядимся. Возьмем пистолет, перезарядим.
Так, этажом выше нас сразу. У нас каким-то... Так, все, более-менее. Что-то я получил с этого, наверное. Осталось еще пара придурков, которых надо уничтожить. Так, замечательно, ладно. Пойдем сюда, посмотрим, что тут. Может, здесь кто-то... А, бегающая эта тварь, которая вот будет... ни за что, ни про что в меня просто въезжать и наносить мне урон. Так, отлично. Отлично. И что я тут получаю? А можем сюда аж прийти? Прикольно. Воу. Я даже не знал, что тут есть такая тайная... Джакер. Улучшает все показатели. Мне она определенно пригодится, вот эта вот штукенция. Тут какой-то саван древнего рыцаря, что есть неплохо, в моем понимании. Ох, хорошо, хорошо. Будем спускаться потихоньку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Так, нет, здесь мы были. Сюда нам нет смысла идти. Пойдем дальше по комнатам. Да что ж ты делаешь-то, а? Тык. Разбегаемся как следует. И прямо прямым курсом идем сюда. Ненавижу. От них, в принципе, несложно увернуться. Если они не застанут вас большой толпой. Потому что в этом их главная мощь. Половину я уже кокнул. Где остальная часть этих гадов? Эй-эй-эй. Не стоит. Что ж я попадаюсь постоянно их. Да пошел ты. Вот, отлично просто. Я не знаю, откуда у меня криты вылетают. Ну, точнее, почему они вообще у меня вылетают. Ох, ёперный театр. Так, мы же можем с вами как-то обсудить... Крокодиленыши гадские. Так, я хочу как-то разобраться вот с этим гадом. Ой, мне это уже нравится. Отлично. А, что, все? Ну, давайте в эту дверь. О, божественно просто. Храм Анубиса какого-то. Так. Кончились боеприпасы. Ладно, переходим на дробь. Ох, как же с вами тут будет нелегко справиться. Где еще враги? Внизу? Ну, давайте вниз пойдем. Нам все равно больше ничего не остается, кроме как идти вниз. Ради того, чтобы прикончить этого гада и забрать с него миско. Отлично. Так, теперь куда нам? У нас есть где-то проход. Но он, видимо, этажом выше. Хорошо, бежим выше этажом. А, это вообще комната с одним входом. Типа тут нифига нету больше. Ладно, нормально. Как-нибудь досправимся, наверное. Так. Ты, хорошо, ладно. Пройдем отсюда в другую. Вот, отлично. Открывайся. Ох, даже не знаю, отлично ли или нет. Ну, кажется, я его кокнул. Вполне себе неплохой результат. По моим понятиям, по крайней мере. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, не надо в меня так просто настырно наваливать. Так, взрыв носит урона, в том числе и тебе. Да убейся ты. О, я не знаю, я как-то выжил в этом аду. Так, лезем дальше. Там сверху нас по любасу поджидает лучник. Тут без этого никуда, просто это главный атрибут местных помещений. О, хорошо, 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 хорошо. Ну ладно, нормально. Конечно, летал ему с первого раза я не нанес, но и то вперед. Так, ладно, вот там вот. Хорошо. Комната, ты где? Где ты проход? А, вот он. Вот он, я что-то слепошарый. Господи. Эй, не надо меня так стрелять.
Я думаю, мы с тобой как-нибудь разобрались бы. И более как-то можно было быть ко мне помягче, наверное, чувак. Не надо было меня стрелять своими зарядами. Но вот хотя бы то, что он мне нормально раздамажить никак не сможет. Ему будет это максимально трудно сделать. Так, в среднем я был, в крайнем я просто прохожу. Отлично. Ну, и надо перелезть через эту теперь хренотень. Ну, как бы проблем не вижу. Проблем пока что не вижу. А нет, вижу. Куда идти-то? Если я сюда пришел, то как бы... Куда дальше-то? Ну и чё, куда дальше-то проходить? Я не понимать. Давайте я вам помогу тут жизнями вашими расстаться как-нибудь по-быстрому. Так, у нас... О, а вот и проход в следующую комнату. А она еще и с лесенкой. Просто, ну, с одной стороны, как бы просто отлично. Забираем золотце. Оно нам в любом случае пригодится. Ну и хорошо. С этим как-то бы побыстрее разобраться. Патрончики нам нужны в большом количестве. Так, хорошо. На первом этаже тут были какие-то гады. Хорошо. Живем. Живем на втором этаже. Давай, второй этаж наш и все. На данный момент это вот так вот будет. Второй этаж, эх. Как бы у меня сейчас свиток и полезный, и как бы не очень. Он дает хороший такой минус в случае взрывов, по мне еще. Если враг попадется с взрывными способностями... Так не стоит, ребят, не стоит. Да, второй этот и сразу сдох. Ладно, побольше приспешников прибили. Я думаю, что мы сможем еще что-нибудь получить. Так, открываем. Все. Магазин, не знаю, нужен ли мне, наверное, не очень. А вот эта вот штукенца нужна. Так, мы прибавляем атаку, либо прибавляем защиту, либо припас. Ну, я прибавляю побольше таких замечательных статов, как здоровье. Крит это очень хорошо. Вот мне нравится атака, я думаю ее как можно больше максить. Потому что, ну, у меня вариантов нет, что еще делать с атакой. Просто, ну, серьезно. Да, я готов. Готов, это последний заход мой в гробницу на сегодня. Посмотрим, сколько долго я смогу прожить, скорее всего, до второй локации снова. Так, ладно, сразу на второй этаж. По-моему, это... Ребят, вы что-то как-то это... Не нравятся мне такие ситуации. Давайте снова. Хорошо. Ой, замечательно. А туда как пробраться? Ради вот этой монетки я готов на многое. Так, тут что-то есть, да? Дверь есть, все, проходим. Ох, ёперный театр. Так. Придется как-то мансить, пытаться против этих ползучих гадов. Прыгающих, точнее, я не знаю, как еще их... это вообще просто был челлендж таких, в который я захожу и получаю люлей. Сейчас мне понадобится... Овца! Достала ты меня! Тык. Блеет еще, блеет. Так, хорошо. Где этот гребаный глазик? Вот так, отлично. Что-то думал, самый крутой тут со своими способностями. Так, отлично. Взрывы это не то, что я бы хотел, но у меня... А, в этой... Мортиры гребаные. У меня нет вариантов, как с ними справляться особо, кроме как юзать.
Пистолет, у меня 6 патронов, надо что-то... Блин, я аж это... Так, хорошо, патрончики есть, можно жить. Тык... Ой, лукарь. Ну, с тобой, я думаю, мы сейчас легко разберемся, да. Очень... Так, ну, не затягивая, быстро с ним разобрались. Есть еще кто-то, видимо, на той стороне. Давайте пробежимся, посмотрим. Ах, вот он где. Что ж тебе сразу крит-то не выписало? Ну, кунай? Нет, спасибо. Шотган как-то более привлекательно выглядит. Ой. Не-не-не-не-не-не-не. Эй, ребят, может не надо? В каждой луке есть... Воу-воу-воу-воу, это... Это прекрасно, на мой взгляд, это прекрасно. У меня есть Energy Glove, которые... Просто по КД могут выпускать вот такие вот шарики. Ну, давай, поехали. Их может перезарядить как-то надо. Ну. Мы как-то можем поднакидывать этим гадом урончика. Ну, перчатки, в принципе, неплохие. Очень даже неплохие. И я думаю, что мне все-таки пока стоит с дробовиком походить. Или вообще лучше с пистолетом. Ой. Слушайте, неплохо дамажит, неплохо. Очень неплохо. Так, забираем. Воюйте тут как хотите. Не мое дело. Так, нормально, может, ты ему вкатишь дамага уже? Так, ладно. Забираемся сюда. Эх, сюда бы как-то... Ой, хорошо, а как... Должны дамажить-то они. Мясо, 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 мясо. Давай-ка я тебе объясню, что ко мне не надо лезть со своей магией. И ты гребаный кусок говна, блин. Магического. Ой, так, 15 хп. Последний ран будет коротенький, судя по всему. Тык, тут есть где проход, да? Вот, есть. Потрясно. Потрясно. Тык, нормально. С пистолета я... В пистолете я, по крайней мере, уверен. А в этих перчатках я не знаю. Пока еще у меня нет уверенности в их... Да... Блин. Вообще всего лишь полтинничек убил, и это мало. Это крайне мало. Ну ладно, ребят, сейчас быстренько прокачаемся и будем завершать серию. Так, магазин мне нафиг не сдался, или давайте посмотрим, что вообще надо для открытия магазина. Ох. А, он просто закрыт, видимо, надо куда-то дойти, чтобы он открылся. Так, у нас 580, у нас есть крит-шанс, крит-шанс нас пока не интересует. Боеприпасы. Вот это было бы неплохо, но мне первым делом не хватает атаки. А уж все остальное потом не хватает. Схемет, дар Аписа, ну блин, прикольно. Угу. Стейки очень хорошо прокачать. А, лавочку вот открывает. Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте жмакать по колокольчику. И еще не забывайте завтра прийти на стрим. Если у кого-то есть желание, конечно, прийти на стрим. Он в 12 по московскому времени. Пирамида закрыта, видимо, только это будет открыто. 12 по московскому времени. И мы будем играть с вами в разнообразные игры. Посмотрим, что вы, конечно, захотите. Ваше мнение будет обязательно учитываться. Всем пока и до новых встреч!